Друзья, рекомендую вам канал Chinatown. Распаковки, обзоры, тесты различных гаджетов из Китая. Актуальная информация об акциях и скидках китайских интернет-магазинов. И различные конкурсы для зрителей и подписчиков. Канал Chinatown. Ссылка в описании. Друзья, всем привет! Вот, сходил на почту и забрал такую небольшую посылочку. Здесь небольшой товар у меня пришел. Оценили в 1.5 бакса. Вес 0 грамм. Ну, платил я там плюс-минус где-то так. Давайте вскрою, покажу, что там. И вот пришла вот такая платка цельная, посмотрите. Это у меня пришло 10 фонариков LED для USB-разъема с питанием 5 вольт. Вот, 10 штучек стоит очень недорого, ссылочку оставлю, пройдете, посмотрите. Ну а сейчас давайте проверим. Отломились как дольки шоколадки, вот, и теперь давайте проверим. Вот посмотрите, как ярко светит. На камеру это не видно, сейчас приглушу свет и покажу вам. Приглушил полностью свет, и вот посмотрите, как ярко светит. Здесь у меня полная темнота. Вот смотрите. Только пауэрбанк светит. Вот, очень-очень ярко светит. Но опять же, я советую такие штуки брать на рыбалке, в походы. В машине всегда можно иметь, вставить любой USB разъем. Проверили, все светит отлично. Вот они такие маленькие. Здесь у нас есть вот отверстие, и данный фонарик вы можете повесить на ключи, он будет всегда с вами. Еще один большой плюс данного фонарика, то что у него с двух сторон вот эти контакты для USB. То что он работает и так, и так. Ну вот, сделал сегодня небольшой обзор и тест такого вот фонарика с двумя светодиодами под USB разъем и питанием 5 вольт. Ссылочку я оставлю внизу в описании. А если вам понравилась сегодняшняя распаковка, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Почему-то, когда направляешь вверх, вентилятор начинает быстрее крутиться. Ну, наверное, там моторчик слабенький. Сейчас давайте включим и проверим. Часы сделаны под миньона. Вот, сейчас попробуем настроить время. Так. Вот, вот так вот вытаскивается. Настраивается время.